Всем привет, вы на канале Темная Лица, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 4 Черный Флаг. Я почти 10-я часть игры под названием Насау. Я желаю всем приятного просмотра. Только ссылка на канал моего классного друга Антона будет в описании. У него классный прикольный канал, канал называется Ужасы. Он офигенный, классный, прикольный, там игры проходит. Мне очень нравится его канал. Надеюсь, вам тоже понравится. Надеюсь, вам понравится мое прикольное, классное прохождение классных игр. Этой классной игры из других моих игр. Ладненько, погнали. Кстати, какая правда прикольная. Насау, вау, блин, как же тут красиво. Вон наша галка стоит, а офигенный кораблик. А. Тут несколько кораблей, тут получается что-то купить можно. Давайте что-нибудь, может, купим себе. Кстати, что у него можно купить? Привет, привет. Ты что это? Я не понял, что он говорит. Ладненько, давайте быстренько по выстрелянчику свалим туда. На точку обзора, надо будет тут их целых 7 штук. Давайте хотя бы одну пока откроем, а? Тут, кстати, главное будет вернуться обратно в Гавану. Потому что там еще не все контакты выполнил и не все сундуки открыл. Так, давай, Эдвард, молодец. Тика, может быть, вот и... в Гаван... Ой. На Сау я куплю новую пушку Эдварду, а? Или новый костюмчик ему. И, кстати, главное будет шугалку улучшать, а? Это у нас пока слабенькая. Да, вот висеница. Ой. Да, висеница. Так, я еще, конечно, могу попасть сюда. Походу, мне кажется, пока... Внимание, зона запретная зона. Походу, мне кажется, друзья, я пока сюда не попаду. Такая прикольная такая. Офигенная крепость, а. Как-то надо подумать и залезть сюда. Хотя, мне кажется, пока что я не смогу сюда залезть. Хотя, попытаться надо, в принципе. Блин. Как же тут все-таки... Какой же тут прикольненький все-таки обзор. Блин, цель, по сути, офигенная, классненькая, и только сфига наша миссия, ну, сама миссия называется «Открыть набор», но миссия, а я миссию решил назвать Насау. Мне кажется, лучше, чем «Открыть набор». Ладненько, получится, она будет команду, как я понимаю, набрать, да? Сейчас я попытаюсь, конечно, но сомневаюсь, что получится забраться в эту крепость, дабы точку обзора. Блин, ну, походу, скорее всего, у меня это не получится сделать пока что, а? Обидно, конечно, там, в принципе, сундук есть, блин, зараза. Ого-го, какая же тут все-таки классненькая игрушка, блин, офигенная. Эдвард, не падай. Ай, блин. Я не хотел падать, а. Честное слово, блин. А ну-ка, может, путь так уже пробраться, а? Скорее всего, а, вот он сундук, где я, блин, я его опухнулся, блин, это капец было, я думал, что пипец, блин, не хотел падать, а, ну, блин, я упал, блин, как же мне нравится эта игра, она очень интересная, кстати, говорю, на канале, потом я буду проходить, стримить, так сказать, проходить именно первую игрушку, так, первого ассасина, ни разу в нее не играл, вот буду потом стримить, кстати, говорю, пока вопросы выигрывают, я не знаю, кажется, на самом деле, вопросы игра выигрывает, ну, чтобы потом следующую игрушку буду после кажется, который стримить. Не знаю, может быть выиграть. Что там 4 игры классненькие, все они классные по-своему. И в принципе я в них ни одну не играл. Поэтому, какая бы игра не выиграла, я с большим удовольствием ее поставлю. А потом, в будущем, я пойду и все другие части, и все эти игры. Я же говорил, что у меня на канале будет дофига классных прохождений. Обычных игр и онлайн игр. Я буду игры стримить и просто как ассасином вот это проходить. Думаю, это нормально, классно, я молодец. Мне кажется, я реально молодец, но я стараюсь, по крайней мере, быть молодцом. Ладненько. Сегодня, походу, мы фиг заберемся, пока что. Поэтому пойдемте в другую точку обзора сходим, а. Так, следующая точка обзора у нас где? А вот давайте сюда сходим, а. Хотя бы точку одну обзора надо же открыть, а. Ах ты, ё-моё. Тут у нас кто, тамплиеры или британские тамплиеры? Ты падал, а? Это же, вы слышишь, не хотели, а? Прикрыл его. Ой, с собой. Блин, молодец я. Блин. Эдвард, сейчас буду стрелять. Эдвард, беги. Эдвард. Зараза, ты падла, а. Вот так тебе, сука. Я тоже умею, а. Где ты там, тварь? Тварь, блядь, я тебя попал, я тебя помазал, а. Тут, сука, серьезные бойцы, а. Эти крепости, а. Да, блин, а. Эдвард, сейчас ты можешь умереть. Давай быстренько, Эдвард. Есть! Сука, гребаный стрелок, а. Блин, офигеть, пусть залечит от тамплиера уже не желтый костюмчик, а как, ну, в Гаване, а в красных. Тамплиеры есть везде тамплиеры. Просто, видите, у них костюмы поменялись, а. А так, как были ублюдками, так и остаются ублюдками, а. Ладненько, нам надо сходить в точку обзора. Сейчас по гусарянчику этого придурка мы убьем.
аккуратненько к нему зайдем. Тихо, тихо, чтобы он не спалил. Ну-ка, ну-ка, получится. Опа! Офигенно, нравится мне так. Нравится мне, когда это так делает. Убивает именно. Так, может быть там тоже тут можно будет попасть. В эту крепость, а? Нет, поле больше где-то есть у вас, чтобы попасть в крепость, а? Только, правда, где он? Если он есть, я явно не вижу его. В смысле, пока что не вижу. Хотя, если я хочу точку обзора, эту открыть. И тут я не понимаю, где именно можно пролезть, но мне кажется, все-таки реально, ну можно, ну 100% можно, а. Просто единственное, что пока я не понимаю этого. Но я думаю, что есть все-таки. Мне кажется, что, друзья, вы согласитесь со мной. Кто играл в эту игрушку, кстати говоря, мой даже Манжека говорит, что он в части проходился сильно. Поэтому, блин, только что-то не стрим, он мне подсказал бы, где именно все это находится. В смысле, как сюда попасть, в эту крепость, а? Вот что. Опа-опа, может быть сейчас я попаду? Может быть, Жендос. Надеюсь, ты смотришь мое прохождение и тебе нравится. В принципе, надеюсь, друзья, вам нравится. Всем-всем, друзья. Надеюсь, друзья, вам нравится мое прохождение и мои стримы. Мне очень нравятся ваши классные видеоролики. Кстати говоря, я недавно подошелся вот буквально сказать сегодня. Нет, вчера, был вчера с прикольненькой подругой Кристиной. Мне нравятся ее прикольненькие обзоры, всякие, на всякие раз прикольные вкусные продукты. Она молодец. Видите, все-таки я попался, да? Как говорится, я добился своего, потому что я стараюсь всегда добиться своего, но именно стараюсь. Так, получается, знаете, точку обзора, на все-таки эту мы сделаем. Опа-опа, ну-ка, падлы. Кто у нас вот хочет, блядь, поиграть с Эдвардом? А, колокол, блин, надо срочно вырубить подмогу. Ну, типа, чтобы подмогу не вызвали они, а? Опа, Эдвард, давай. Я знаю, примерно знаю. Ай, пока Игнето. Фух, блин, еще стрелок меня испалил. Блин, а миссия, на самом деле, получается офигенная, интересная. Опа, молодец, Эдвард, да? Красавчик. Так, где эту пушку? Я пушку куда-то выкинул. Блин, я какую-то пушку делал. А, вот она. Сейчас я тебе, сука, устроились твои пушки, а? Твоего же ствола тебе кокнуло, а? Ублюдок. Эти гайс с первого раза не умирают, а? Значит, мощное оружие. Мощнее, чем мои пистолеты, а? Парни, хоть дебилы, походу, за стеной, то пойдете быстренько точку обзора замутим. Опа! Сундучок! Не, все-таки я, правда, на самом деле, молодец. По крайней мере, я считаю, что я, ну, по вашим комментариям, лайкам, что я молодец. Я очень стараюсь, правда, у меня есть первая цель добавить 200 друзей и сделать мой канал еще прикольней и интересней. В будущем вообще просто я буду много игр всяких разных проходить. Новых, стареньких, очень даже стареньких или очень даже новеньких. Ну, в общем, по мне возможности моего компьютера. Дабы он у меня хороший, но не супер такой прям затратный, чтобы я мог любую игру играть, по крайней мере, на ультрах, так точно нет. Но на средичках я буду играть. Так, как бы нам сюда... А, нам вот так получится надо попасть, да? Сейчас сделаем точку обзора, Эдвард, сделаем. Только, правда, тут... А, нет, можно. Я не знал, что можно. Давай, Эдвард. Молодец, давай, верю в тебя. Блин, офигеть. А, вот они где находятся. Ну-ка, Спарта устроим. Видите, как я его столкнул, да? Это было эпично. Ладненько, все, давай, Эдвард. Точка обзора. О, привет, птичка. Есть, синхронизация. Блин, офигенная такая большая крепость, а. Огромное вам всем еще раз, друзья, спасибо за поддержку. Хотя я уже этого еще не говорил, но вот, говорю. Так, ладненько. Ага, синхронизация первая, я же говорю, тут получится 7 точек обзора. Так, теперь нужно фрагмент взять. Это по-любому. Опа, там что-то есть, какой-то сундук. Так, подожди, фрагмент. Как же нам тебя взять? Какой же классический обзор. Видите, сколько там дальше еще островов есть, всяких прикольных разных. Блин, классненько, офигенная игра. Я же говорю, я буду тут везде по этой игре путешествовать. Так, получается, ага. Значит, получается вот так вот, да? Эдвард, давай. Так, Эдвард. Тут не получается. Бля, тут получается. Вот, я просто хочу взять себе... Так. Ай-я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 й! Твою налево! Блин, ладненько, в следующий раз возьму эту, так сказать, штучку-дрючку. Пойдемте уже наконец-таки на миссию. Так, получается, на вот сюда. Открыть набор. Потом уже в следующий раз я здесь сделаю синхронизацию. Да, может быть, в конце этой миссии... И прыгну с... О, знаете, какую миссию, может быть, завершить именно, ну, как бы завершать. Прыгну вниз в воду. Блин, как нам теперь сюда выбраться, а? Блин, не понимаю. Ладненько, придется, походу, прыгать в воду, скорее всего, да? Или нет? Ладненько, я хочу прыгнуть в воду, потому что другого выбора нет. Давай, Эдвард! Вау! Молодец, Эдвард, да?
Есть, так, она получается до миссии 153 метра было. Ну, вообще недалеко. Так, блин, у меня почти 19 тысяч. Блин, почти 19 тысяч реалов, во. Блин, все запоминается очень в этой игре. О, курьер. А где он? Подождите, курьер, курьер. Давайте поймаем курьера, почему бы и нет? Зараза, курьер. Хрен тебе, курьер. Пощади. Есть! Господин, я его не убил, просто вырубил. Да все хорошо, все нормально, чувак. А это что у нас такое? Давайте зайдем, а? Какой-то магазинчик, как я понимаю. А что тут можно приобрести? Давай, давай. Интересно, денег у меня хватает. Ахой! Ахой, опа, клинки! Опа, пистолеты. Так, нам нужен получше пистолет, дабы, если, конечно, это купить можно будет. Ого, 7000! Пистолет испанский офицер. Так, урон, получается, тут у нас поражение, дальность. Так, поражение очень тут. А, ну понятно почему. И самое обычное, вот видите. А тут получается какой? А, 800. Так, вот это самый офигенный пистолет. Только дальность, правда, у него не очень, но поражение, урон офигенный. Так, может быть, потом купим. Сейчас еще что-нибудь посмотрим. Так, боезапасы. Пули есть. Тут все есть. Так. Видите, получается, у нас тут 85. Ой, 72 у нас рома получается. Как я понял, ткани у нас. Ткань, скорее всего, 65. Металла или дерево у нас 155. Это у нас не знаю что. Блин, я пока еще не разбираюсь, что где. Так, о, продажа грузов. Сахар. Ну, в принципе, да, на самом деле сахар нам не особо нужен. Нам только его продавать, нам больше ничего не нужно. Так, ром. Так, ром это вода, моряка для улучшения галки. Он не нужен, но его можно продать по хорошей цене. Ром это вода моряка для улучшения галки, он не нужен. А, понял, понял. Можно его продать, да почему бы и нет? Видите, у меня уже 20 тысяч получается. Так, трофеи охотничьи. Но тут, в принципе, у меня ничего такого нету. Купить трофеи. Ну, кажется, купить получается. Ух ты. Шкура кабудина. Шкура... О, сейчас быстренько, подождите, знаете, что хочу посмотреть. Не, искусство это понятно. Зачем мне? Так, стойка, просто стой. Ух ты. Давайте купим, почему бы и нет. Может быть, где-нибудь можно будет ее поставить. Так, подождите, я хотел совершение этого. Я хотел... Вот что я хотел, подождите. Сейчас. Я вот. Улучшение Эдварда. Нет, не туда. Так, снаряжение получается сюда. Да, опять же не туда. Ремесло, вот. Кобура. Что нам нужно для третьей кобуры? Получается. А, кобура у нас максимального уровня, да? В этой кобуре надо, может носить еще один пистолет. Ага. Вот, здоровье. Так, имеется шкура оленя. О! Давайте сейчас купим быстренько себе шкуру оленя. Ну, я, конечно, могу походить на него. Но хочешь сразу что-нибудь себе, знаете, улучшить. Так, олень, олень. Ого, дороговатый олень. Ну, они купим две шкуры оленя. И, в принципе, нам пока достаточно этого. Потому что мне еще нужно купить будет этот новый костюм. Вообще, галку надо улучшать. В общем, денег нужно много. Так, теперь нас быстренько надо... Опа, улучшить, да, да. Так, улучшить, подождите. Улучшение Эдварда, нет, ремесла. Опа, опа, здоровье побольше себе сделаем, почему бы и нет. Видите, я молодец, да? А тут получается что? Так, шкура ягуара. Ух ты, я сам по нему, на него поохочусь, а? О, подождите, подождите, кажется, что-то там можно сделать, а? О, о, видите? Я даже не заметил, да? Теперь можно больше денег носить, а? Крутяк. А, блин, боеприпасов, на. О, прикольно. Так, улучшение галки. Вот что я хотел. Улучшение галки. Это класс. Нужно улучшить ее. Так, пока не хватает ни хрена, да? Видите, не по... Опа. Условия продолжайте... А, так, условия. Продолжайте компанию, чтобы разблокировать это улучшение. Ага, понял. Пока галку только вот это можем сделать, да? Ну, Валик, давайте хотя бы это улучшим или нельзя? Не, можно реально. Так, что у нас получается... А, нас не хватает, блин, зараза. Это получается металла, походу, не хватает, да? Как видите, я пока галку вообще улучшить не могу. Ни хрена, ни корпус, ничего. Компания надо продолжать дальше, а? Так, внешний вид галки. Тут получается свое... А,
А то же самое, видите, получается, компанию надо везде продолжать. Получается, нифига пока недоступно. Ладненько, ладненько, черт с ним, галку пока нельзя. Тогда, знаете, что быстренько хочу я сделать? Купить костюм Эдварду. Да, нет, даже сказать, клинки, наверное, посмотрю. Новые какие-нибудь. Что такие прям офигенные были, а? Опа, мне кажется, это офигенное. Так. 6500. Ух ты, тут получается у нас плюс-плюс-плюс. Тут у нас, видите, комбо, скорость, урон, комбо. Ого, 10 тысяч, блин. Ну, а, понятно. Ого, вот это классный клинок, надо будет на него накопить, кстати говоря. Это, вот это офигенно, я потом на него накоплю. Сейчас мне нужнее купить Эдварду что-нибудь другое. Дабы, знаете что, одежду какую-нибудь новую. А вы плащ, опа. Костюм пиратя. Приватира, плащ пирата. Ух ты, давайте плащ пирата купим, так что быть. И все, пойдем уже наконец-таки на нашу миссию. Блин, офигенно, тут надо будет копить деньги себе. Да-да, плащ пирата, как-никак я пират. Спасибо тебе, спасибо, друг дорогой. Надо будет побольше реалов накопить, сундуков пооткрывать, миссии, дополнительных заданий повыполнять, чтобы купить себе еще больше материалов. А потом уже будем галку улучшать. Валенька, сейчас пойдемте наконец-таки на основную миссию. Блин, а кстати говоря, прикольный костюм, а? Блин, я люблю эту игру. А спасибо, друзья, что вы за нее проголосовали. Так, фрагмент, да? Так, сейчас быстренько его... Блин, песни, а вот песни я точно не поймаю, а? Да, блин, песни падают. Сундук, надо будет сейчас быстро его взять. Есть, я поймал песню. Песня Шанти. Гоняйте, ловите. Да уж, я песню хоть одну поймал. Очень рад. Так, подождите, подождите. Есть фрагмент. Так, фрагментов 13 штук. Надо будет все фрагменты тут собрать в Насау. Потом обратно вернуться в Гавану. И там все сундуки пособирать. И фрагменты. Так, сейчас быстренько, сундучок. Тут у нас получается, он здесь, да? Блин, офигенная получается миссия. Так, база Анимуса. База данных Анимуса. Не. О, вот он сундук. Ну-ка. Ну-ка, сколько у нас денег теперь? Опа, почти 12 тысяч реалов опять же. Так, все, пойдемте наконец-таки. Рыться к моим друзьям старым. Надо будет команду на галку набирать. Таверна старина. Так, таверна... Опа, и контракт надо будет выполнить, кстати говоря, в этой миссии, а? Так, ладненько, все. Музыка такая прикольная играет. Опа, команду типа нанять. Потом. Почему бы и нет? Так, где мои друзья? А, вот она, давали. Открыть набор. Погнали, давали. Клянусь богом, вот славная встреча. Выпей с нами. Привет. О, Кенуэй. А это кто? Адевали. Квартирмейстер Галки. Галка? Ты что, назвал свой брик в честь дурацкой птицы? Аде, это лучшие люди здешней конфедерации. Эд Тэтч, Бен Хорниголд, Джеймс Кид. На девушку похожа. Можно доверять оружие? Тихо, Бен. Аде спас мне жизнь. Мы ищем людей, нам не достает команды. Ну, тут хватает ловких молодцов. Но осторожней. Недели две назад сюда пришел королевский флот. Расхаживают здесь, будто хозяева. Ясно. Посмотрим, что выйдет. Давайте посмотрим. Да уж, старые и новые друзья. Так, команда Галки. Ага, понял. Данная шкала показывает силу вашей команды. Команда крайне важна при абордаже. Ага. Чем больше корабль врага, тем больше нужен людей для абордажа. Вот что надо. Понял. Так, набирать команду можно двумя способами. Матросов можно нанять в таверне. Также можно помогать пиратам, попавшим в беду. Окей, понял. Так, нанять пиратов. Давайте быстро убейте стражу без оружия. Отправляй всех на галку, я найду им дело. Счастливо! Окей, Деваля. Так, срочно, где ближе будет? Так, ближе у нас получается, это вот эти вот. Так, кстати говоря, точку обзора надо будет сделать. Так, а какое-то стоп-задание? Убивайте стражу, обезоружив ее. А вот как это сделать, блин? Тут я даже не знаю, как это сделать. Так, где точка? А, во, ближе это. Я так и не пойму, друзья, как мне сделать так, чтобы, ну... Только что это как-то не стрим, но тем не менее.
типа, обезоружив стражу. Как это сделать? Как я их, а? Тебе не вырваться! Пошел! Я так и не понял, как их можно обезоружить. Я пока что не понимаю. Походу, это топ я не рука. Вот тебе твои приказы. Спасибо. Кенуэй, да? Да, Кенуэй, Кенуэй. Я опа. С тобой. Спасибо, не за что, не за что, друзья. Я так пока правда не пойму. Как же мне эту сажу обезоружить, а? В общем, вопрос. Надо еще нанять 11 человек. Надо будет спасти. Так, следующее получается у нас где будет? А, вот это, скорее всего, вот это следующее будет, да? Нет, точка обзора пока недоступна. Во. Так, сейчас пока будем идти. Сделаем быстро перезарядку. Кстати, прикольненько идет накидка Эдвард 2 с пиратским флагом, а. Правда, как можно команду обезоружить, а? Давайте попробуем что-то сделать. Бабы, за мной. Опа, нанимите 5 групп танцовщиц. А какой я молодец, а. Видите, какие девчата со мной ходят, а. Так, обезоружить стражу. Вот как это сделать, я правда не понимаю. Сейчас, девчонки, пойдемте. Поможем нашим друзьям. Так сказать, освободим их. Отвлекайте их. Давайте, я вас верю. Так что пока подожду. Пускай они все сделают. Как их обезоружить, я не могу понять. Так, пока не отвлеклись, надо быстро спасти друзей. Вот сука. Надо будет обойти их, чтобы они не убили моих друзей новых. Твою мать. Фух, блин, палец капец как, а. Сейчас надо будет аккуратненько к ним подойти. Да, если я подойду, они убьют меня, они убьют моих друзей новых, а это плохо будет. Так, скрытые клинки. Все, пока я сейчас украду, а? Тебе убью. Хер вам моих новых друзей убить. Бегите, бегите, друзья. Я сейчас быстренько точку обзора сделаю. Офигенный я, молодец я. Так, сейчас быстренько синхронизацию сделаю. Мне это нужно. Это пригодится в будущем прохождении. Блин, да, долгую игрушку, которую я буду проходить. Надо было изначально стримить ее. Но мне кажется, на самом деле это уже поздно. Это будет глупо. Я, в принципе, у меня не столько много времени, чтобы столько классных игр стримить. А некоторые буду просто стримить, а стримить буду. Некоторые буду просто проходить, друзья. Как говорится, по мере возможности. Как у меня дофига других дел. В принципе, как и у вас, мои друзья. У меня и собаки есть, у меня и работа есть, еще и канал надо улучшать, и ваши видео смотреть, в общем, дофига дел. Так, нам сейчас осталось спасти немного друзей. О, так и не понимаю, единственное, как мне это сделать? Убивайте стражу, обезоружив ее. Как это сделать, я пока не понял. Вау, классный прыжок. Блин, песня, я пока не поймаю ее, скорее всего. Вот, как ее обезоружить, а? Украсть? Это же не то. Блин. Вот как, правда, можно их обезоружить? Только я не могу пока это сделать, я не понимаю, как это сделать. Так, контратака. Пока не показывает мне, кто нажимать, чтобы обезоружить. Жалко, что это не стрим, кто бы мне подсказал бы, а? Ну, кто в эту игру играл, как это выполнить правильно, а? Задание, чтобы обезоружить их, а? Так, подождите, спасти друзей. Ближе какие? Ближе вот получится они, да? Да, ближе они. Все, сейчас быстренько бабки соберем. Хотя нет, бабки уже собрали. Пойдемте друзей новых спасать. Ну, моих будущих друзей. Так, песенка, ты где? А, песенку мы не поймаем, наверное. Зараза, быстро она убегает от нас. Ах ты, зараза. Блин, Эдвард, а? А, вот я пришел, блин, уже сюда пришел. Так, подожди, мои друзья. Новые друзья. А, пока нельзя. Давай ко мне. Вовремя я успел его убить, а. Учить моих друзей не гопного. Будущих ублюдок.
А давай сюда, сюда. Ублюдок. Так, я все их убил. Опа, плюс еще. Я думаю, всех попробую спасти. Да, чем больше людей в команде, чем лучше. Так, сейчас быстренько сделаю перезарядку. Блин, так и не поймал песни. На самом деле, песни очень трудно ловить, они быстро улетают, а? Как я заметил, вот так. Мои следующие, получается, вот сюда. О, там и фрагмент анимуса есть. Тут, получается, сундук рядом. Давайте быстренько сначала сундучок возьмем. Потом спасем наших друзей. До будущих. Я думаю, их не убьют. Более сундук, в принципе, недалеко. Вообще, уйди просто, вот он. Так, подожди, сундучок. Давай, кстати говоря, в Насау все точки обзора открою, а? В принципе, как и в Гаване потом. Так, лучше сейчас сверху подняться, дабы осмотреться. Что-то как? Ух, ёшкин, да? Я не пойму, как их обезоружить. Давай, пока не понял. Так, та же история, как и там была. Блин, как это сделать, ладно, неважно, сейчас надо спасти друзей. Все, так, друзья. Опа, доберитесь до весельницы. Убивайте стражу, обезоружив ее. Спасите пиратов. Спасите пиратов. Окей, окей, уже бегу. Сейчас, подождите, быстренько. Так, получится спасти пиратов. Ну, блин, увы, походу, миссию, друзья, дорогие, не выполнено 100%. Ну, извините, не получается. Я просто не понял, как их обезоружить пока что. Как, ну, чтобы... Я не понимаю, как это сделать. Пока у меня просто не хватает на это, как говорится. Вы понимаете. Извините. Так. Этого пирата кровь множества невинных жертв. Опа, я спас пирата. Я очень рад, что я его спас. Давайте ко мне, ко мне. Так не буду обезоружить, а. Вот как? Вот скажите мне, блин, жопа сюда. Я понял, как стрелять, как убивать, махаться с ними. А вот как обезоружить их, я не пойму. Ну, увы, доп. Здание одно я не выполнил, а. Жалко, конечно, честное слово, жаль. Так, смотрите, да я уже сделал это. Так, этот дебил все равно на крепости. Кстати, это моя крепость уже. Так, чувак. Все хорошо, чувак. Я рад, что спас его, а. Молодец, Эдвард, ты молодец. Все хорошо, чувак? О, значит, хорошо. Я очень рад. Доберитесь до таверны. А, ну подождите, это не так срочно, а. Я вот единственное не понял. Как же все-таки надо было выполнить? Убивайте стражу, обезоружив ее. Я не понял, как это сделать. Вот это, простите, друзья, дорогие мои, я не понял, как сделать, поэтому, увы, миссия на 100% меня не получилось завершить. Так, таверна, это хорошо. Это прекрасно. Я думаю, что фрагмент собрать, дабы я говорил, что я хочу это сделать. Хотя это говорил в финале сделаю. Аника, черт с ним, значит сначала таверна. Да, а уж потом наш пойдем за фрагментом сходим. Анимуса. Блин, мне понравилось их убивать и спасать пиратов, а? Там этих гребаных тамплиеров. Вот как это сделать? Можете, пожалуйста, объяснить? Смотрите, я тут стою. Украсть, понятно как. Это я ворую. Это я умею, как говорится. Но вот, блин, сразу как их обезоружить? А может так получается? Подожди, не так. Так, тут получается у нас... Вопа. Бросить бомбу. Это не то, это совершенно не то. Блин, очень, друзья, извините, но я пухнулся, и я так и не понял, и не понял по ходу этой миссии, как же все-таки мне их обезоружить надо было, перед тем как убить, и что надо было для этого использовать. Ну тут точно не деньги, это явно. Так, опа, контракт, ну я думаю контракт еще выполнить, а, да, по окончании миссии. Ну да, думаю сейчас выполню миду, завершу это задание и, в принципе, потом, как я уже закончу миссию, я еще контакт выполню. Будет прикольно, я думаю. Ну что, теперь отправишься на промысел? А слыхали про обсерваторию? Ну да, старая легенда, как Эльдорадо или Источник Молодости. Конкретнее? Не то храм, не то гробница, и там лежит сокровище. Точно, смотри. Брехня.
Хочешь гоняться за сказками вместо золота? Это дороже золота, Тэтч. Дороже добычи с любого испанского галеона. Грабить королей, чтобы нищие стали богаче, это да. Это не богатство, это сказки. Сказки сказками, я думаю, что правда. Думаю, ради вроде все получится. Блин, офигенная миссия получилась. Только что я, правда, на 100% ее не выполнила. Убивать стражу. Вот так миссия. Я оценю миссию на 5 звезд. И пойдем перед финалом, как перед тем, как мы закончим миссию. Пойдемте, друзья, выполним контракт, дабы, чтобы было интересней. Опа, плюс 400, офигенно. Ого, давайте еще выпьем. Почему бы не поиграть, если бы не поиграть? Опа, нанять в команду. Так, мне кажется, команда уже полная на самом деле. Да, 20 человек, поэтому, увы. Бартелло, спасибо, но нет. Я пойду выпью, дабы хочется выпить, как говорится. За всех вас, мои дорогие друзья. Опа, что-то инфу у него узнаю. Получить сведения. Давай, рассказывай все, я тебя слушаю. Типа сказал, там что-то такое есть, а сокровище все такое. Все хорошо, Эдвард. Сейчас, дорогие друзья, за вас всех и за ваших родных выпью. Как говорится, я хоть не пью сам, но Эдвард, думаю, может. Так, морской конвой. Надо будет потом его ограбить, а? Я еще хотел в той миссии это сделать. Обнаружили морской конвой, понял? Так, сколько стоит бухло? Хочу выпить за моих друзей, за их родных, чтобы у них желаю им большого, офигенного, охеренного здоровья. А все остальное у вас, друзья, будет. Непременно будет. Прикольно, песни такую. Ой-ой-ой, Эдварда понесло. А можешь еще выпить, а? Чтобы так вообще разнесло, так разнесло. Вообще, после этого напиться, конкретно хотя бы в игре. Если так не хочу, хотя бы в игре. Чтобы Эдвард такой, эти, конкретненько так за вас выпил, как говорится, а? Для ваших родных. И главное вам всем еще раз, друзья, спасибо за поддержку. Эдвард меня поддерживает и говорит вам спасибо. И последний раз, как говорится, Эдварда уже разнесло, я вижу. Уже припец как. Ладненько, и пойдемте выполним контракт перед финалом. Ой, блин, кайф, а. И костюм прикольный я купил плащ ему, а. Опа, выпейте 5 кружек рома. А, это ром у нас? А, ну да, в принципе, в те времена пива еще не было. Хотя, может, и было, но нафига пиво, когда есть ром. Пиратский любимый напиток. Ой-ой-ой-ой-ой, я думаю, это так разнесло, что я где оказался? Что я аж в сене оказался. Прикольненько. Ванька, пойдемте контакт выполним, а? Он тут, в принципе, недалеко. О, заработок средний. Да почему бы и нет, и деньги нужны. Пойдет только в состоянии бухом, пока Эдвард ничего не сможет сделать. Надо пробежаться, дабы, чтобы отрезветь. Опа, привет, привет, девчуля. Видите, как она пьет, а? Тоже за вас, друзья, ваших родных. Так, помочь с деньгами? Да почему бы и нет? Ловите деньги! Друзья мои дорогие, я щедрый сегодня! Видите, какой я щедрый, а? Давайте, друзья, давайте! Бегите, бегите! Видите, сколько у меня новых друзей появилось, а? Вот, сколько их сразу, а? Набежало. На прохождение ассасина. Спасибо вам, друзья, за поддержку. Видите, стоило просто посмотреть их видео. Ну, бедняжки, ну, вы поняли меня. Они бах. Значит, так, контракт. Контракт на убийство. Награда из пирати стычек, я понял. Капитан пиратов. А, вот кто он, сука. Капитан пиратов. Да я сам, блядь, капитан и пират. Капитан ассасин. Блядь, пират ассасин. Так, где же наша цель будет? Так, цель для убийства, капитан пиратов. Что же он такого сделал, что его надо убить, а? Кстати говоря, что он сделал, реально? Так, не написано, что он сделал. Только до цели добраться надо. Так, пистолетики наши. Все, Эдвард, побежали. До цели доберемся. Блин, все-таки же это офигенная игра. Очень даже интересная. Блин, чем дальше я прохожу ее, чем мне больше и больше она становится интереснее. Честное слово, блин. Надо будет точки все обзора открыть. Надо будет обратно в Гавану вернуться. Так, деньги. Последний раз я кину вам деньги. Давайте, друзья. А, никого нет. Ну-ка. А, типа я пока деньги взять не могу. Ладненько. Так, надо стычек избегать, да? Только что пока у меня еще нет дротиков, я посмотрел прохождение на одном канале.
уже не помню, давно это было. Там пацанам в этой игре были дротики уже. У Эдварда. Так, курьер. Блин, где курьер? Блин, давайте перед тем, как пойдем на нашу цель, быстренько курьера поймаем, дабы он, сучка, надо поймать его. Это Кенвей! Пират! Пират! Спасайтесь! Блин, я не хотел его убивать, это все Эдвард, а? Тихо, сейчас она перезарядится. Давай, Эдвард, пошли. Блин, я хотел просто его, ну, вырубить, а? Ну, чисто то, что клинки у меня, ладненько. Думаю, он заслужил это. Так, а наша цель? Получается, цель наша находится аж на горе, да? Надо как-то будет его... Так, избегайте стычек. Я понял, что стычек надо избегать. А, это же пираты, ну, блин, извините, я тоже пират, но... Вы плохие пираты, а я помогаю хорошим. Я Робин Гуд Эдвард Кэмерон. О, как я замутил, а? Блин, где же у нас... Где же он, правда? А видите, какие они, смотрите, что, в кусты даже хоть смотреть, да? Смотрите, что он будет, а? Походу, у него... Тут пираты поумнее темплиеров будут, а? Так, как же мне вас лохануть? Ну, дабы, чтобы убить его. Так, ладненько. Даже не знаю, как это сделать, а? Смотрите, как, где он вообще? А, вот моя цель! Вот она, чё как, а? Смотрите, как, можно будет просто взять его сейчас убить и все. Вот и все. И стычек избежал. Давайте, друзья. Помахаемся с вами. Давай, давай. Хочу с пиратами помахаться, а не только тамплиерами, а. Давайте, пираты. Хотя и сам пират, но пират, только говорится враг. А, как и в принципе тамплиеры. Давайте. Учитывая, тем более, что я уже не только пират, но теперь и ассасин. Видите, как я его легко убил и выполнил доп задание. Ого, нифига себе. Молодец, пират, молодец. Ой, что ты делаешь, Эдвард? Давай, Эдвард, давай! Я тебя к тебе верю. Ой, надо еще будет их ограбить, кстати говоря. У меня уже почти 14 тысяч реалов. Это крутяк, видите, я опять подзаработал. Кстати говоря, Порш был дорогой, да, но он классный. Так, сколько у него тут? Опа. А у него денег вообще мало, капец. Пошел на! А, не получается с первого раза убить, да? Блин, жалко. Ладненько. Давай, давай. Все-таки миссию, мне кажется, интересное сделала. Как я надеюсь, что вам, друзья, понравится. Она очень интересная, прикольная. Давай. Давай, давай. Ай, как же круто, а. Как же классно, а. Блин, офигенная игра. Так, опа, вот она где. Сейчас быстренько возьмем фрагмент анимуса. Так что быть, я хотел с моря прыгнуть. Ну, увы, ладненько. Опа, еще и сундук. Ух ты. Не будем этого делать. Следующий раз сделаем. Так, сундука ванны уже шестой я собрал. Нихера себе я задрал. Думал только... У меня будет третий, а будет это шестой. Круто. Так. Фрагмент анимуса. Берем. Ой, блин, а фрагмент анимуса только второй. Так, в принципе, у нас... Какая следующая, как миссия будет следующая называться? Сейчас я посмотрю, друзья дорогие. Так... Разбой и грабеж. А, ну, в принципе, пиратский промысел. Во, сейчас быстренько точку обзора сделаю и завершу нашу миссию. В принципе, точки обзора сверху я и завершу. Галка, блин, офигенный корабль. Только, правда, пока улучшить ее нельзя. Но, тем не менее, всем, друзья, огромное всем спасибо за поддержку. Надеюсь, вам, правда, понравилось прохождение моего крайса. Кстати говоря, блин, это очень классная игра. Блин, реально офигенная. Блин, правда, еще я старался проходить, надеюсь, вам понравилось, правда. Следующая игрушка будет офигенная. Будет следующая игрушка, буду ужастик стримить. Ну, конечно, когда я пройду уже крайнес, а? Я просто пока еще его не прошел. У меня еще буквально финал остался, а? Так, сейчас Эдвард заберется. Значит, прикольная точка обзора. Давай, Эдвард, давай. Как ты можешь? Ты можешь все, Эдвард. Блин, а? Надо же было, где я раньше был, блин, я столько игр на самом деле не проходил, друзья, это пипец, я очень много игр не играл на самом деле. Я больше часть после времени играл в танки, World of Tanks. Поэтому эти игры вас я пропустил. Я видео смотрел прохождение о них, но не играл в них. Я вот наверстываю упущенное, так сказать.
Кстати, какая классная точка обзора. Офигенная просто. Правда офигенная. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Десятая часть под названием... Блин, забыл. Насао завершена. И все очень скоро с вами новой прикольненькой серии. Всем пока-пока. Фу-фу. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.